Грибам готово. Собрались. И идем. Вот такой вот лук. Я переоделась, потому что на улице очень жарко. Готовимся к походу в лес. Как это бы сделать? Вот так, наверное, да? Спасибо. Лес готово. Зацените мои носочки такие вот. Опять у меня Новый год, новогоднее настроение. А у Вовы? Ну-ка, Вова, выпрями ножечку. Ой, какие. Ой-ой-ой. Ой, кружевные. Ой-ой-ой. Вот мама профессионал, любитель своего дела. Она знает цель и не видит препятствий. Меня, кстати, родители в детстве напугали этими всякими медведями, байками, бабайками. И я очень сейчас боюсь медведей. И я думаю, что они везде тут, по кругу. Ну вот, мама, давай вот без этих ваших. Чтобы вы понимали, мы сюда ехали, наверное, сколько? Час. По дурацкой, ужасной дороге. Сначала как будто взлетная полоса, потом по камням каким-то. И наконец-то доехали. А тут грибов нет. Вот это вот, маму спросить, черника это? Да, я не знаю. Да. Точно? Ну, ты попробуй одну ягодку увидишь. Ну, конечно, я отравлюсь. Волчья черника. Ягода, может, какая-нибудь. Папа, черникой. Ну, так давайте все вместе съедим, так и все. И умрем. Там отравиться этими не знает. Я знаю, как потом проверять. Ой. Убираем чернику. Подожди, мам, ты когда столько успела набрать? Не могу, очень мне нравится лес. Но мы не взяли с собой пшикалку от клещей. А я помню, как в детстве меня укусил клещ прямо за ухо. Вот, и он был энцефалитный, по-моему, так называется эта болезнь. Вот, поэтому мне там делали какие-то уколы, еще раз уколы. Ну, в общем, вот, поэтому надо будет приехать домой и обязательно провериться от всех этих гаденышей. Ушли от меня. Ну, ничего, я посмотрю на эти красивые виды. Ой, красота. Прошло уже полчаса. Я так и не нашла ни одного гриба. Ни одного. О, какой! Смотрите. А тут мужики пивом лопали. Пап, спасибо, вовлок мне. А, во, вижу. Да, мой гриб! Они поймали свою удачу. И уже нашли целую поляну грибов. Это, я считаю, успех. Мням мы утром, мням мы ночью. И, конечно, мням мы днем. Друзья, тоже все нормально, да? Опа, нормально. Два гриба нашла хороших. Папа сегодня в ударе. Вот такие вот у нас пока что результаты. Ну, в принципе, неплохо. Еще тут очень много мух. Папа сказал, что это какие-то лосиные мухи, вот, которые пристают к тебе настолько. Вот это реально, как банный лист пристанут и не отлипают. Ты их убираешь, они все равно прилетают обратно к тебе в лицо. И это прям... Ну что? Ваше мнение? Ну так, в принципе, быстренько, но очень... Хорошо, в принципе, постарались, то есть, ну, такие, то есть, ну, нормально собрали хорошеньких и таких вот, вот таких вот тоже собрали. Ваши ощущения? Все хорошо? Нет, надо после дождя дожидаться. Да. Папа? Сухо стало, нет грибов. Сухо стало, нет грибов. Почти поэт. Вова на нервном. А это мы видим, как мама заставила лезть меня во враг за опятами. Прямо так отрывая их там. Сколько много муравьев. Вот так вот идем по прямой. И они все вот так вот. У них тут, видимо, дорога какая-то. Магистраль. И они вот идут, работают. Не строят сейчас, видишь? Ничего себе. Они таскают сюда, видишь? Ветки, иголки. Ну дают. Все, наконец-то мы дошли до машины. Ноги устали. Хотя прошли-то немного. Носки у тебя стильные. Вот такой вот пикник. Родители взяли себе улитки с мясом. Вова тоже. А у меня вот такой вот
Перекус. Куда там залезла? Ой, это перекус. Ужас. Мы застряли. Все нормально. Даже. Садимся. Собирали грибы. Сейчас пришли кушать. Все взяла салат. Тут морская капуста, сельдерей, что-то еще. И вот это вот рис с куриной котлетой. Пришли сейчас домой. Принесли все грибы. Их надо будет сейчас перебирать. Сейчас надо будет сходить в душ, провериться от всех этих клещей, чтобы никого там не было. И думаю, что сегодня мы вечером еще пойдем в сауну. Не знаю насчет родителей, я точно пойду. И вот я думаю, что Вову с собой возьму, потому что у меня в абонемент входит как бы поход в термальные зоны. Там у меня 6 часов. Вот, и надо будет их успеть растратить до конца абонемента. Потому что потом эти часы сгорают, вот. И надо будет сходить до моего отъезда, потому что во вторник я уже уезжаю. Пойдемте в душ. И я думаю, я вам еще влог этот не буду заканчивать, покажу, как мы сходим в сауны. Почему бы нет? Мы сейчас идем релаксировать. Да, родители не захотели. Идем как бы вдвоем. Планирую, что, на сколько? На 2 часа, да, пойдем? На 2 часа. Да, на 2 часа пойдем. Вот сегодня я хочу париться, прям жариться. Да. И расслабляться в бассейне. Вот такие вот у нас планы. Итак, пошли сейчас купаться. Вот сюда. Вот такие вот у нас тут лагуны. Зашли мы сейчас в такую баню с сеном. И тут очень вкусно пахнет. К нам идут люди. Итак, давай, Вова, ты первый. Сейчас после баньки кат в купель. Ну что, Вова, как тебе? Мне понравилось. Да, мне тоже. Ой, радостный, радостный. Сейчас пойдем в бассейн, потом в купель и туда-сюда, туда-сюда. Плыли мы по морю, ветер мачту рвал. Капитан с корабля сбежал. Я стоял на лодке и держал весло. Чем ты? В мой абонемент входит какой-то комплимент от шефа. Я сегодня подошла к одной девушке, она говорит, я не знаю, что это. Я подошла к другой девушке в кафе. Она говорит, я тоже не знаю, подойдите к бармену. Я подхожу к бармену, говорю, у меня комплимент от шефа входит в абонемент. Он говорит, ну, я не знаю, что это, но давайте я вам сделаю чай. Говорит, подождите 6 минут, пока я его делаю. Тем временем чай. Просто заварили. 6 минут. Просто заварили в пакетике. Ну, такой как бы. Пошел покорять Эверест. А мы все еще в сауне. Идем греться в какую-нибудь баньку. Надо только решить, в какую пойдем. Вот в эту? Что, все, мы вышли из сауны. Взяла Вове шаурму, потому что проголодались мы. А я сейчас приду домой и дома поем. Вот, потому что я хочу очень сильно творог с бананами, с йогуртом. Вот, поэтому очень хочу домой. А Вова ест шаурму. Ну все, пришли домой, уставшие. Целый день сегодня чем-то занимались. Вот, я надеюсь, что вам понравилось это видео. Вы поставите свой лайк, напишите комментарий. Все эти блогерские штучки я сказала. В общем, все. Всех люблю, уважаю. В попу никого не посылаю. Всем пока.